Это четвертая репетиция. Номер готов наполовину. Постановка современная. Я участвовал уже в двух венских балах. Мне это безумно понравилось. И захотелось окунуться в новые эмоции. Потому что новогодний маскарад – это, ну, так сказать, непередаваемые ощущения. Маски, все так загадочно. Маски уже готовы, осталось определиться с нарядами. Дресс-код подразумевает черные костюмы, для девушек однотонные платья в пол. Вариант еще, честно, не подобрала, но я мысленно строю образ. Нам уже сказали, что это будут красные маски, поэтому либо это будет белое платье, чуть-чуть расклешенное, либо это будет красное платье, ну так, чтобы это было на контрасте и красиво. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Три раза в неделю по два часа руководит процессом Валерий Арцер, артист балета ансамбля «Зори Тюмени». Наставляет 40 человек, все без танцевального прошлого. Для меня, как для профессионального человека, это огромный вызов, огромный. И мне очень это интересно. Работая с профессионалами в своем коллективе, там другая ситуация немножко. Люди с образованием, да, и когда у них что-то не получается, я знаю почему. Это лень или там нежелание какое-то сделать. Я знаю, что они могут. Здесь немножечко другое. Здесь ребятам нужно просто, может быть, какой-то подойти поближе, рассказать отдельно, показать отдельно. Новогодний бал «Маскарад» от создателей уже известных в Тюмени венского бала и скачек фаворитов. Мы хотим создавать площадки для развития творческой молодежи, потому что за ними будущее. Это будущее нашего региона. И чтобы свои креативные идеи ребята могли воплощать как в бизнесе, для того, чтобы быть конкурентоспособными, так и в личной жизни, чтобы быть счастливыми. Отдельно к балу готовятся вокалисты и артисты молодежного театра. Новогоднее шоу состоится 9 декабря в концертном зале «Золотые ворота Сибири». Ирина Канева, Дмитрий Бурматов, «Тюменское время».